34 художника из разных стран мира присоединились к акции «Искусство милосердия», организованной Международным благотворительным фондом Александра Фельдмана. На пленэре художники создали уникальную акварель длиной 7 метров. Средства от ее продажи пойдут в помощь детям и на спасение животных. Акция «Искусство милосердия» стартовала в мае. От продажи коллекционных картин, которые фонд Александра Фельдмана собирал более 30 лет, благотворители выручили уже свыше 3 миллионов гривен. Все средства пойдут на благое дело. Деньги направляются на детские благотворительные программы, на поддержку реабилитационных центров и также на реабилитационный центр по спасению репродукции, выпуска в природу животных. Присоединиться к нашей акции могут абсолютно все желающие, неважно от их материального состояния. Картины можно купить в складчину, можно купить часть картины, а деньги направить туда, куда сам человек, жертвующий какую-то сумму, пожелает. Акцию «Искусство милосердия» поддержали художники из 34 стран, участники первой международной открытой выставки акварельной живописи. Они передали 4 работы, их продадут на аукционе. А в Фельдман Экопарке в поддержку акцию провели мастер-класс по акварели. Если бы вы присутствовали на мастер-классе и просто со стороны посмотрели на этих участников, которые вот в это время учились, как это делать, вы посмотрели просто их глаза. Это не нужно было ничего больше говорить. Просто они были полностью в этом процессе и жили. И, пожалуй, даже не видели окружающий мир в этот момент. Они были все погружены в свою работу. Вдохновившись увиденным в Фельдман Экопарке, художники решили написать общее полотно длиной 7 метров. Техника – акварель. У каждого свой эскиз. В течение нескольких часов 12 мастеров тщательно выписывали детали. И вот оно, готовое произведение. На картине узнаваемые очертания Фельдман Экопарка и его питомцы – тигры, обезьяны. Готовую 7-метровую акварель художники передали благотворительному фонду Александра Фельдмана. Сейчас «Искусство милосердия» продолжается в онлайн-режиме. Все желающие могут выбрать и купить понравившееся полотно на сайте Фельдман Экопарка. Организаторы отмечают, главное в их акции – объединиться и делать добро. Ведь искусство спасает не просто красивая фраза, а уже проверенный благотворительный алгоритм. Андрей Кравец, Леонид Аборин. Подробности, телеканал «Интер».